Друзья, всем привет, с вами Яков. И похоже, альфа-тесты Diablo 4 уже завершились. Почему? Потому что на просторах интернета начали появляться новые сливы, ну или, скажем так, кадры, которые показывают, что уже непосредственно из Battle.net лаунчера идет установка бета-версии Diablo 4. На всякий случай, я этот скрин не буду показывать в ролике. Почему? Потому что я уже один страйк получил. Это уже конкретно страйк за то, что показывал кадры Diablo 4 с альфа-тестов. Так что те доброжелатели, которые требовали или просили показать альфа-тестирование, определенные моменты, вам спасибо. Но в любом случае, чтобы вы убедились сами, ссылку непосредственно на скрин я помещу в описании под роликом, также и в закрепленном комментарии. В любом случае, я практически уверен, что это бета-тестирование идет опять-таки в разрезе закрытой группы, но это уже бета, закрытая бета, а следовательно, я думаю, не за горами будет и открытая. Повторюсь, я предполагаю, что это или же декабрь месяц, или же январь, но это всего лишь мое предположение. А там уже посмотрим, фейк ли это скрин или не фейк, я не знаю, но мне кажется, фейком не пахнет. Почему? Потому что, во-первых, на кадре мы видим, вы увидите скидку на Diablo 3, 50%, которая действует до 5 сентября. Вы видите информацию о начале ПТР-тестирования патча 2.5 в Diablo 2 Resurrected, но также вы видите информацию о новом сезоне в Diablo Immortal. То есть, все то же самое, что сейчас мы видим и в наших лаунчерах. Кроме того пользователя, который сделал скрин, у которого есть доступ уже к бете Diablo 4. Так что осталось подождать совсем недолго. Вот такая информация. Но все ваши мысли, как всегда, оставляйте в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, не болейте, ну играйте только в хорошие игры. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!